На аккаунте, от которого я пароль не помню. Всех приветствуем, это продолжение. За Чавчувенов я нашел человечка, который сможет попытаться их вырулить. Виталик, посмотри, что там у тебя за Бедный ситуация, Виталик. и скажи мне, Это что я? тебе нужно, да. А я уже буду думать, чем тебе Сейчас, помочь. смотрите, какая ситуация. Я, в общем-то, в оккупации в полной. Меня осаждают камчадалы. Одну провинцию, вторую уже осадили, считай, полностью. Поэтому нужно отбиваться. У меня есть 2000, но я не уверен, что я смогу их побить. Потому что тут еще у Чукчей есть Я выпуск. понял, тебе нужно отправить какую-нибудь армию Да. туда. Хорошо, Сам сейчас я эту валил армию страну, еще создам. помощь отправляет. Так, значит, я сейчас посмотрю по идеям, что-то. Тарас, я не понимаю твоей радости по поводу того, что ты сейчас говоришь. И Нет. если на что-то намекаешь, то намекай, так чтобы понимали все. Я, не, все понимают, просто я думал, что ж ты скажешь, что его кикнешь, я уж хотел поорать. Нечего его кикать. Ну, у нас же Да. демократия, там все, все дела, кикаем кого хотим. За глупость не Деспотизм. кикают, за глупость жалеют. Ну что, Кормей меня! в принципе, готовы, можем Полностью. отжимать. Да, полностью. Да, так и третья швейка, старт. Тарас, когда у тебя уже голос Сейчас, сломается? пока что вторая, потому что у меня тут идет атака. Если у меня И сломается даже будет голос, пауза, потому что не я просто перестану с атака вами идет, а общаться. А, да, ты пойдешь там вообще-то канал заведешь, будешь Майнкрафт снимать. Самое время использовать нишу, которую уже использовали все, кто только может. Да ты успокойся, вот Ивангай живет как-то. Ладно, не забыл? А, было репарации? Ну, нам бы далеко до Ивангая. Унижение. Ну, конечно, не я же хватает медленный и еще. печальный. А сколько тебе Нам не хватает потребно? еще 3 5. миллиона подписчиков. 5? Да. Тысяч? 3 миллиона. Сейчас. Подожди, ладно. 5000? С Йеменом сейчас отношения не улучшаем. Вот, а вы не хотели кнута. Тут же так все медленно и печально. Ну, потому Тут что войны идет идут. спасение чавчевенов. И за Сунду никого не посадили. А Сунда больше никто за ней сидеть не будет. Почему? Лорандикус имеет право. Если я Да. Потому что я вы его не посадился. подождали. А Хотя он проблема в сам, том, конечно, что... какую-то хрень еще делает, потому что исчез. Ну, выбачай, але... Он Сунда, там Сунда ничего больше не никто не пишет сюда. ВКонтакте, те, кто может Нет, он не проверить. пишет. Срочно зачем Лорандикус читалы. нас А кинул. почему Япония и Чукчи, точнее Чукчувенов не поддерживает? У вас же вроде был намек на союз. Потому что он его кинул и войну ему объявил, и провинции его забрал. Точнее, развалил. Да. Япония не разваливала Чавчувенов. Чавчувенов разваливала Хайси. И те, кто Япония внимательно все будет сделала. смотреть эти серии, они это увидят. Япония Япония. просто отобрала часть Не. территории у Чавчувенов, когда ими руководил компьютер. Гитлер тоже так говорил, что он возвращал Так, национальные ладно, в провинции. общем-то, я понял, это бесполезный диалог, продолжаем. Витя делает все, чтобы насолить всем в этой игре. Конечно, мне Это ж... главный вера. На самом деле у Японии шанс выиграть даже больше, чем у нашего североамериканского друга, потому что я знаю, как у него дела. Секунду. Неплохо. А что ж тебе спасибо. пауза Почему сразу Япония. североамериканского? У меня сейчас будут три проблемы, которые называются Кастилия, Франция, А которая вот вот здесь секундочку. появится, и Вот. Англия, которая появится где-то тут. Франция у нас, духничем. Понимаешь, Франция, она везде. Она везде, да. И Португалия тоже духничем. Да у меня здесь все. Зак, пришли? Да, спасибо. Европейцы они такие, они каждому уделят немножко своего смертельного внимания. Это не Кто европеец. там дабстепчик играет? Кстати, Британия захватывает колониальные провинции Франции. Ну, радуйтесь, потому что Франция пока что самая А мощная прикинь, сила. сейчас И кнутовая если она жена. выиграет войну, это хорошо, но она ее не выиграет. Жена кнута, ну, Барпе, типа, у него же за Так, шотландского короля пограничная жена. зона, посольство. Воюет в Колумбии. В Онтарио. Да здравствует посольство.
По какому РП? Какая жена кнута? О чем вы посвятите? Я что-то... Да ты не знаешь, что такое РП. С кем мы играем? Роллплей. Отыгрывание роли или отыгрыш, как кому больше нравится. Да, даже, 35-летний жестокий тазик. Тазик знает, а ты... Да, у них теперь обо мне новые сведения. Посмотрим, что они будут говорить через 2 недели. А что случится? Ты у него исполнится 36. Да, может, я сменю свою пространственно-временную конфигурацию. Ты переедешь в Лондон? Нет, стану мягким тазиком. Я стану... Секундочку. Это не те, это не те. Да, и не надо больше снимать паузу, когда я ее ставлю. Я делаю это специально, чтобы не сдохнуть. Хотя, если вы хотите, чтобы я сдох, вы можете ее так и оставить. Нет, нет, ну, нет. Даже не знаю, как... В смысле, оставить на паузе? Нет. И ты умрешь? В состоянии снимания постоянного этой самой паузы. А. Так, мы это что у нас? Смерти. Миссионеры. Пока у нас. Пауза. На лоне сейчас. Ну. Археолог, административ. Парень начал вестернизацию, не достигнув религиозного единства раз. И с минимумом очков монарха 2. Да. То есть, судя по всему, я сейчас нахожусь в той ситуации, что у меня административных очков ровно 1, дипломатический 98, военных 0. Вестернизация выполнена только наполовину. То есть у меня сейчас надо мной висит угроза гражданской войны. Внутренних конфликтов. Вот, уже где-то 75% прошло, а то и 80%. Плюс у меня куча повстанцев. То есть он даже не дождался, когда спадет национализм в провинции. То есть и получается, что у меня сейчас готовы восстать астраханские повстанцы, какие-то там мусульманские, суннитские, наверное, каракаюмовские и какие-то там бахтанские. То есть человек просто брал провинции, которые ему нравятся. Он в завоеваниях не смотрел на принятые культуры, он не планировал, он даже не успел их всех повернуть в свою религию. И вот такая вестернизация, это, в принципе... Паузу, ну, могу сжимать? Приговор. Смерть. Пауза. Это смерть. Это смерть. Мне бы хотелось посмотреть его классику. Я, скажу так, без... Кто-то вернулся, и мы шумы слышим. Правый выключай. Сектор. Да, это Али, выключай. Зима кикнул здесь, вроде. А, он же на замену сумки. Да, Али. Может, но уже все. Али, так что извини. Фальш-старт. Секундочку. Ясно. Не, ну он может подключиться, но... Ясно. Ну, может, подключиться-то он не сможет, потому что будет рассинхрон и вылет. То есть а ты не хочешь респостнуть ради него? Агрессор. Ну, надо было Али, всего лишь подождать пару минут. Уже никто играть. Ну, для Али я зроблю виняток. Ну тогда давай к следующей серии. Нет, за сунду, только за сунду. Только за сунду дали. Так, Али, зараз будешь. Потому что надо спасать сунду. Это у нас такие правила в этой игре. И правила не меняются. Вообще не меняется. Ну там. Ну, ситуация... Там бьют. Ну ты будешь... По башке и больно. Свою страну? Да. Кстати, паузу есть... отжимаю, да? У меня есть не самый приятный вопрос к Вите, но я буду задавать его не во время серии. Ты можешь... Ага, союз мне предложить не можешь, да? Очень интересный вопросик, я хочу на него ответ получить. Ты прямо-таки интригуешь. У нас есть первый... Он реально интересный. Интересно, что это такое? Это... То, о чем ты не хочешь на серию говорить. Не хочу позорить человека. Позорить меня?
Ты меня интригуешь скорее, а не позоришь. Да это все одна классика. Да, вы интересно. Шучу. Скайсер разорвет отношения. И... Личными данными жабы. Так. И мне этого будет достаточно. Отправить требования. Пауза. Я совсем забыл. У меня же доступны новые пушистики, новые колонисты. А посмотри, можешь ли ты мне предложить союз? Так, да. Салуда или Катаба? Нет, никак. Вот Салуда, двоечка, Катаба тоже. Вайт, с паузы снимать. Только если... Секунду, у меня сейчас важный момент в компании. Хвилина гри, дві хвилини паузы. Хвилина гри, дві так все паузы. Играют. Не, нужно ты было... просто не в курсе. Нужно было реально круто звать, потому что мы не играем, мы на паузе стоим. Ну, я говорил сейчас об этом просто несколько войны, раз. Друзья, мы нормально играем, в прошлый раз мы записали 30 лет. А потом все равно будет вторая скорость. Вот так можно, может быть... А, да, Мрамор, что насчет этого? Я тоже подумал. Взаиморазведки и союза. Я предлагал союз. А сейчас против? Все равно плохие отношения. Ну, улучшай с дипломатом отношения со мной. Или у тебя какие-то свои собственные мысли на этот счет? У меня сейчас лимит. Друзья, паузу так часто нажимаю, потому что у Чавчувенов очень-очень плохая ситуация. Сейчас очень плачевное состояние. И дипломатических отношений у тебя нет, а с кем ты союзничаешь? У меня 4 дипломатических. Ни с кем не союзничаешь. Нет, у меня сейчас война. 4 из 4 держава. С чукчами и как-то... Ну, теперь я паузу нажимаю. И денег на дипломатическую эту фигню у тебя нет, на посольство. А оно стоит денег? Да. Больших. А, да, посольство, у меня же нет. А разве не цивилы могут это строить? Ну, достаточно реформироваться. А тебе, наверное, и не надо реформироваться было. У тебя изначально те же постройки, что и у всех. Там 1000 нужно, 1000 золота. Слишком много, плюс я еще в минусе. В принципе, что если мне постараться, я могу затащить эту войну и сам, но нужно финансирование. Сколько? Ну, на первых порах хотел 50. Хорошо, сейчас кину. Че, ты как-то мало предложил? Ну, мне тут только одну, все там ограбление, одну провинцию осталось захватить, и я, считай, победил войну. Только мне нужно армии вражеские разбить. Бери побольше. Благодарствую. Вопрос к индейцам. По новой системе реформирования. Есть ли возможность у индейцев сменить религию во время вестернизации? Ну, есть, по ивенту. Раньше был ивент, сейчас у меня сколько процентов? 80, не было никакого ивента. Да, я уже защитник веры. А в предыдущей версии... Видимо, поэтому Зак немножко возмущен. В предыдущей версии... Мне просто интересно. А ты что, католик? Да, ой, ты протестант. Протестант. Блин, а как так быстро? Ну, тебе Немо сразу выбросили ивент, я сразу же воспользовался этим. Немо, ты же сейчас умрешь. Блин, а у меня это... Может быть. 80% ни одного ивента, а в предыдущих версиях была такая штука. Может быть, не умру. Может быть, просто дух, и у тебя... Мрамор, у тебя с кем союз? У него восстал, власть на систем брака и 2 правопрохода. С кем у меня правопрохода? Ну-ка. С манеканами и с французской Колумбией. Да, в Колумбии не буду расторгать, и с манеканами, пожалуй. Валите отсюда. Ух, какой. И значит, союза не будет. Не, нужно право прохода освободить, место для того, для союза. Так вообще-то нет. Нужно место для союза освободить. Вообще-то, если у тебя право проход занимает... Как, дипломатические отношения, да, то он уже не будет.
союз, династический брак, правопроходы, гарантии, репарации. Это все в одно, в один слот, если одна страна. Окей, значит, ну, сейчас, через 30 дней. Просто в Хан-Сюзи посягается на святое. Неужели на ваше золото? О, я могу тебе предложить союз. О, принимай. Французы посягаются на мои провинции, на Куско, Куачу какую-то. Угу. И они очень-очень злые, как пчелы. На Мармарополь. На Папаян. На самое святое, действительно. Да, на Мармарополь. На самое святое. Если хочешь, можешь призывать меня в войну, если тебе нужна помощь. Завышенное самомнение. Да, можешь на территорию Камчедала прийти и разбить. Узко. Я не вижу тебя в Мармарополе. Дальше я там сам уже. Угу. Так что не цивил. Влад, где Мармарополь? Рядом с Колумбией. Колумбия. Упс. Куэнка, Куэта, Каука, Эсмералдас. Прям рядом с Колумбией. Папаян, я ищу Колумбию. Выше Папаяна. Выше Папаяна? А у меня там... Не следовало? Да. Ну и лалка. Нет, не лалка. А профессионал. Вот. Профессия лалка? Спокойнее, спокойнее. Так, ребята уже боятся. Красавчик. Уже мирное предложение даже посылаем. Майя самый отсталый по техам. Чувак, я... которого я знаю вообще. Специально отстаю, это план. План. Он потом резко ускорится и выскочит, и всех напугает. Да, даже у меня... 2497 очков каждого. У меня даже в два раза больше технологии, чем у Майи. Ну это твои проблемы. О, крестьяне восстали. Отлично. Все нам плохо, нравится. Конечно, на самом деле. Ты умираешь теперь? Сейчас я армии свои раскидаю куда надо. Раскидай, раскидай. А, прямо началась вестернизация. Ну и мана почти закончилась. В процессе. Доход 12. Ничего себе. Ну, наверное, слишком протестант. Причем 8 от торговли. Что это? Что это? Это такое? Кнут. Нема, я вижу твою казну. Ах ты негодяй, не хотел поделиться. Да мне они все нужны до последнего. До последней золотой монетки. Неужели столько много на одного человека? Понимаешь, у меня в жестком режиме вестернизация идет. Ах, поделиться. Мне же интересно. А тебе сколько надо? Чтоб долг погасить. Погаси. Как бы мне не пришлось погашать долги. Ты, а, слышишь, я... Витя, можешь уже не направлять силы. Хорошо. Сейчас ты их полностью разобьешь. Ой, зараза. Я включаю режим бяки-каки. Сейчас буду слушать каждое слово жабки и пытаться придраться к нему. Ты будешь улучшать мою лексику и мое произношение. Конечно, это шикарно. Нет. Я буду говорить, что это лалка. Нет, если ты будешь придираться, вот, значит ты будешь... Только вот здесь я их не хотел видеть. В Часопике высадили с британца. Прямо в торговом узле. Да ладно. Потому что тебе раньше их надо было колонизировать. Хехмде. Фу, лох слился. Негодяя. Да, ну. Я их тоже раньше ждал. Нам наслился. К сожалению, они только сейчас высадились. К сожалению... День рождения. Если бы высадились раньше, было бы лучше. Что они, кстати, по технологиям? 15-14-14. У норвегов 14-14-14. У гостиниц 12-14-14. 1-4-8-8.
Итак, чевчувены сейчас переживают самые сложные времена в игре, но я знаю, плохо еще дело обстояло у Киллы. Она в прошлой серии или в позапрошлой разбила 70 150, или больше тысяч. 125 тысяч, зависит. 125 тысяч повстанцев. Ну, а зараз все нормально. Интересно, что он там такое делал, что их столько наплодилось. Партикуляр, монопортамские националисты, фанатики мифиазитства, что там еще? Дофига. Очень дофига. Бывает. Что поделать? Сколько у меня уже заемов? Точнее, займов, давайте говорите. Совсем пофиг. Когда тебя впоследствии не в чем будет упрекнуть и не в чем исправить, может быть, тогда ты вспомнишь. Тогда я уже умру. Так, будем блочить часопик, наверное. А давайте в ранок. А это Немо не хочет помочь молодой ингской экономике. Чем? Деньгами? Инвестициями. Ну, смотря на каких условиях. И что у тебя там с союзами? Свободный слот. К тебе идет посол. С отрубленной головой твоих подданных. Какой добрый мальчик. Так, сколько у меня слотов, кстати? Зак. Два из пяти. Я только тебе не... Ну, уже потребую субсидий не будет, скажешь, потому что мы не... Гроши сейчас потребны дуже сильно. Пока я как-то тренируюсь, я скажу. Окей. Так, правый сектор вернулся. Тополиный пух? Тихо-тихо. Шумы, вырубайте микрофоны, у кого могут быть проблемы. Мрамор. Правый. Угу. Вот это вот я глупость сотворил. Если во время войны разрывать отношения, то оказывается это... Майя, я вижу ваш размер. Вижу. Даже еще хуже. Я вижу ваши размеры. Я большой, маленький, средний. Большой. Но если бы ты сейчас был такого размера и вес тонилосизировался, то было бы классно. Но мне еще три реформы. Ну да, ты еще три раза... Ты еще три раза... Ничего, а что, колонию уже не надо национализировать? Надо. Все надо. Какие колонии? Странно, у меня колонист закончил работу и... Она национальная? Ні, вона не стає національною, її потрібно націоналізувати. А, да, да, да. А у мене стало національно, или это я что-то... Да ладно, радуйся. Мрамор, а как понять, какие профки перейдут? Не, я бы радовался, я только я должен быть уверен, что я чего-то не упускаю. Немо надо спросить, я понятия не имею. Немо. Я тоже не имею понятия, о чем вы там рассуждаете. Я пять раз реформ приняли оба. О том, что какие земли отвалятся при принятии этой реформы. Рандомные, основные остаются, которые рядом со столицей. Но отваливается как минимум половина, насколько я знаю. Там у него должны отвалиться. Вне зависимости от того, колонизированы они или нет. Насколько я знаю. Нет, колонизированные не отваливаются. Могут отвалиться. У меня отваливался Чёртли. Да? Да, Чёртли. Антон. Моя национальная земля. Исконно. Да. Там все жестко. Что такое Тлакопан? А. Понятно. Это хороший профк, ты чё? Вообще... Ходы не съедобны. И список моих восстаний не такой уж большой, на самом деле. Хех. Да. Я вижу, у тебя там еще восстание. Не вовремя. Это да, эти ребята... Денег тебе хватает? Захватывайте, блин, ребята. Да я на нуле уже. Я вас верю. Ой, хорошо, мне еще... Отсылаю еще один. Блин. Транш. Помощь. Отдаль. У меня еще 2 года жить. Благодарствую. Хуан Чевелика. Где такая Хуан Чевелика? Ну-ка, поиск провинции. Подождите, мне нужно. Хуан. Где ты там? Вот, Хуан Чевелика.
А, вот она, да? Нет. Подождите. Так, а где французы? Почему нет французов? Они только что закончили войну с британцами. Сейчас французская Колумбия начнет расширяться либо ближе ко мне, либо в сторону. Почему все сброшено? Лучшее предположение. Саня, я опять рассчитываю на то, что ты засек время. Франция. Я прослал почву. Ну, можешь надеяться, 20 минут. А я зараз тебе скажу, с кем мы. Только за деньги говорим. Кастилия. Шкурки. Какие шкурки? Какие шкурки? Так только женщин можно называть. Португалия. А я знаю, что я выжил. Шкура на английском оказывается сойдет. Скин. Сет. Да. Угу. Разочарование. Там еще какое-то обозначение есть, но я его точно не помню. У скина? Нет, у шкура. Синоним какой-то. Ах ты, шкурка моя. Игра залагала. Нет, только не вылет, только нет. Кто-то что-то делает. Неправильное, неправедное. Покайтесь. Беспорядки. Пока мне все нормально. А мармур танк плей все в прошлом месяце. Мрамор, у тебя на каком уровне идут сейчас? А, нет, случилось невозможное. Ты отстал. Вестернизация. На каком? Да. На высоком. Отстаюсь. То есть это секрет? Ну, мы союзники. Можешь написать в чатик? 9/10. Быстро, эффективно, мощно. 9/10? Ну, да блин, админки кончились, этого я не ожидал. Хотите, я создам суперчат, где будут только избранные? Ну, понятно. Админки это плохо. Да. Когда заканчиваются. Это всегда проблема. Прикольно, когда чекист подходишь по рахунку. Йо, у кого-то там гонщики. Стридрейс. Она ведь может сказать полно. Надо было сюда колонить. Просто на перехресте живем. А, то вы уже знаете, где кто живет? Так он сказал, что на дороге. Так он говорил колись. Ага. Привлечение женщин брачного возраста. Чё? Лол. Это ивент, который повышает прирост поселенцев. О, да. Отлично, мы победили. Да. Отлично. Мы выиграли эту бессмысленную войну. Какую? С кем? Космокекса. Между вами прослойка, между Космокеком и Кастилией. Так. Это маленькая выплата репараций. Я даже, наверное, одну колонизированную провинцию назову Космокек. Отличная работа. Ты прославишься в веках, и твое имя будет Мрамарополь. Это внушать город... ужас в сердца врагов. Ну а чё, в империи Александра Великого было 18 Александрий вроде. 16. Да, чувак не 16? Заморачивался. Ну там Александрия. О, наконец-то и я могу заключить перевод, как я хочу. Чё там, короче, пофиг вообще. Будем все профки называть Мрамор Танк Плей. Чтоб точно люди знали, чья это профка. Так. Можно там на 2 дня буквально снять паузу, чтобы я мог союза перекинуть? Подожди. Хайси. Буквально 2 хода, чтобы договор там они приняли. Нет, подожди, тут серьезный вопрос. Ого. Как ребята разозлятся. Нет, это я не могу делать. Фу, трус. Боже. Сарапа. Так, давайте паузи. Там швидше. Чё? Заходьте, выходьте швидше. Шановные пассажиры. Да, шановные пассажиры. Я это запомнил. Сейчас. Тут а, нет, вопрос... уступайте місця інвалідам та людей з дітьми. Знаете, женщинам как-то... там вроде. Да. Людям с малолетними детьми. Вот. Так вот как они украинские учат. А чё мне в Киеве понравилось больше, чем в Москве? Шалом, сестра. Всё, а ещё там есть моя любимая сеть. Ах, ресторанов или кафе. Макдональдс? Нет.
почему у нас в России нет Carl's Junior или что-нибудь? А теперь есть... еще одна пауза и еще, еще одно перемирие. То есть не в России, то есть у меня в городе. Мне сейчас как раз надо. Тарас, у тебя есть в Твери Carl's Junior? А что это такое? Построечить. Ах ты вообще лалка. Нет. Ну и все, иди в топку. Я тролл. Что такое Carl's Junior? Carl's Junior. Это сеть американских фастфудов. У меня есть KFC. Но это везде есть. Макдональдс. Это тоже везде младший. Есть. Это тоже есть везде. А потом... Бургер Кинг по-любому есть. Да-да-да. Сам прикол то, что в моем городе нет Бургер Кинга. Мы тоже в Киеве не имеем Бургер Кинга. Да, потому что это сеть Украина, это единственная страна в Европе, где нет Бургер Кинга. Ну и добрый. Так, друзья, тут такой серьезный разговор о мире. Они упираются. Надо поискать со всеми, ну, названия вот эти всякие, но вы понимаете, в чем тут проблема. Не понимаем, мы готовы подождать. Мы терпеливы. Нас, правда, тут... А, ладно. Нема, давай, эта игра настолько медленная и уныла, давайте в два окна в цифру. Не, Мрамор, ты думай насчет текущей партии. Это... Сейчас я гляну, если у меня что там по влиянию. Еще вот эти две провинции можно... Я даже не расстроюсь. У меня один слот остался. Для кого? Лот, лот. Для него для дипломатических связей. Для него и для нее. А сколько в кого максимально? У меня у Шинук на 10 лет будет торговое влияние передавать, хотя оно мне мало нужно в Калифорнии. Можно послать какого-нибудь торговца куда-нибудь. Жалко, у Майи нету уни личных. С кем? Ну, вообще нельзя уни делать. А, нет, сказать. Нельзя, у меня только два торговца. Индийцы еще я опережаю события. До этого еще не достигли. Уни Жаба. Могут быть что только там у католиков. У него сложные перемирия. Не, он, видимо, православных. Вы, кстати, можете посмотреть, кого же это. Хан Сиянь. Он жрет их по одному. У христиан, что ли? Смакует. Ну да. Да, и перевариваю. Очень-очень. Мусульман не может быть. Стараясь. Так, и еще я бы у этого всего дела... отожрал. Пойти что ли еды поискать? На улице. Нет. Вот так вот я бы сделал. Мрамор, что насчет торговли натурой? Чей? Натурой торговать. Ты так делаешь? Нет, я тебе торговлю. 5 на 1 и 5. Это многовато. Так вот. И сколько у нас счета еще могу что-то взять? О, боже мой. По-хорошему их надо было жрать раньше, вот эту группу. Помогите высшие силы. Да, не бухай, да это сам. Ладно, пойду поищу похавать. Ну, и он ушел, я как раз хотел поговорить. А, кстати, давай. Насчет Майя. Если я могу помочь, себе лучше сказать, как я это могу сделать. Ну, вообще, ты мне никак не можешь помочь. Ты уверен? Ну, очки же ты мне не можешь скинуть. А, нет. Ну? Но я теоретически могу выделить маленькую армию тебе на помощь. Ну, армию ты не сможешь надо. Пройти по территории моих северных друзей. Врагов? Ну, да. Ну, сейчас я закончу хорошо. Серию войн у себя. Всё, друзья, спасибо за терпение. Там уже, кстати, почти 30 минут. И, в принципе, попытаться могу, у меня будет одна лишняя армия. Если это тебя ускорит, это будет неплохо. Ну, меня это ускорит, если только в моих планах будет завоевание северных индейцев. Ну, я тебе могу помочь собирать твои отваливающиеся провинции. А, ну, если так, то да. Мне нужно до... Я вернусь. На второй скорости с паузами тяжело сверхрасширение. И угадайте, что в моей стране произошло, пока меня не было? Ничего. Ничего, правильно. Я тоже. Виктор такой. Потому что у меня тоже ничего. А у меня вот произошло. Сообразительный. Так, нужно будет назвать город в честь
моих американских друзей. Так, ну Мармароплей тут точно не будет. Как это? Надо больше по всей Северной Америке раскидать их и по Южной. Мармароплей? Да. 16 желательно. Гондурас какой-то плохой. Лучше 40. Чем больше? Гондураса тут будет. Тем лучше. Будет мрамора 40 Мармароплей. Я вижу город Немо. Вообще идеально это сотня. Я вижу столицу Немо. Французы, я вас ненавижу, французы. Немо, знаешь, как твоя столица называется? Кичи-сипи. Кичи. Кичи-сипи. Нет. Немоград плохое название. Немобург еще хуже. Немоленд. Космокек. Четвертая первая. Космокек. Шутки про кек. Вупси, не пупси. Так и... Надо не забыть советов друзей и успеть прокачать технологии до конца эстерилизации. Ну ты там смотри про лимиту. А военные технологии некуда влить. Ну, можно в теху, ладно. Фу, я мушкетеров открыл. В идеале там можно хорошо генерала повыбирать. Так, все. Так, все. До 87-го, окей, учтем. Каллеры и кулибринки еще есть. Как же я стою? Хотя не сильно. Сильно, но не сильно. Ну, на 3 дня. На лет 100. Во времени и пространстве. Может, реально генерала какого-нибудь найти? Мне казалось, столица автоматом крестится в религии, которую ты понимаешь. Скорее всего, я просто сотрю. Это не так. Крестится, просто в индейцах все нарушается. Чего, автоматом? В индейцах. Это неправильные индейцы. У тебя такой большой прирост, Майя. 35. Прирост чего? Поселенцев. А, ну да. Фех. Совсем неправильно. Пойди, а у тебя сколько? Это информация не для слабонервных. Ну давай. Секреты секретов? Два вупсиня и один вупсинь. Ты можешь нажать на мою любую кнопку. Нет, это два вупсиня. Угу. Люди. Ты даже число неправильно посчитал. Блин. Перепутать вупсиня еще можно, а два с тремя перепутать. Ты чего? Немо, дай 800 что голды. Что у меня вообще? Я не расслышал. Дай 800 голды. Забраться. У меня минус народ. 7 в месяц. А у меня минус 6. У меня плюс 1. У тебя вестернизация скоро закончится, а у меня нет. Не так скоро. Сначала ты мне поможешь, а потом я тебе. А как ты мне поможешь? Поделитесь секретом. Даня, когда он летал на Черкису, он что-то говорил по поводу вестернизации? Да, он говорил, мы ему говорили, типа, совсем уже восточненько вестернизироваться, ты и так не будешь сильно отставать. Он говорит, что да ладно вам, я их всех побью, типа, и начал вестернизироваться. Да, чтобы их всех побить, и потом такой говорит, типа... Ой, я могу сделать вестернизацию, только берет, тыкает, даже не читая. Ой, а потом говорит, типа, ой, блин, у меня же куча недовольных, и начал автономию вроде повышать. Так, ну что, друзья, я так понял, по времени мы первую серию заканчиваем? Да, Витя, у нас 38. Отлично.